Друзья, всех приветствую. Сейчас вы посмотрите видео моего подписчика, которое он снял по моей просьбе, потому что и другие люди, и он в том числе, у меня часто спрашивали, как ты сделал короб утепленный для обогрева аккумуляторов, которые там, допустим, стоят, в частности, у меня на чердаке. Ну так вот, у Дмитрия аккумуляторы тоже стоят на чердаке неотапливаемым, литиевые. И вот он долго до меня приставал, я ему рассказывал на пальцах, как это сделать. Он в итоге это сделал, снял видео. И вот я его считаю нужным положить у себя на канале и посмотреть вам, для тех, кто захочет изготовить точно такой же утепленный ящик для хранения аккумуляторов в неотапливаемых помещениях. Ну, чтобы еще эти аккумуляторы и отапливались. В общем, вам приятного просмотра. Дмитрию спасибо большое за это видео. Кстати, Дмитрий — это мой подписчик, и он мотомануал. То есть он переводит мотомануал. Ссылочка на его сайт будет в описании. В общем, приятного просмотра. Всем привет! Меня зовут Дима. Это город Старооскол. Здесь, на крыше дома моих родителей, я установил солнечную электростанцию. Создавал я ее постепенно. Сначала был куплен инвертор на 4 киловатта, потом 3 панели, потом еще 2. Итого получилось 9. Это максимум, что может принять этот инвертор. Оборудование все было куплено в фирме Технолайн в Владивостоке, фирмы Сила. Инвертор фирмы Сила и панели фирмы Сила. Эта система у меня стоит уже год. И сейчас наступает новая зима. Прошлую я жил без аккумуляторов. А сейчас у меня там стоят 4 аккумулятора. Я их хочу засунуть в теплый ящик, который я сейчас буду делать. На крыше установлено 9 панелей по 460 ватт. Такие вот половинками half-cells фирмы Сила. Каркас под их алюминиевые провода солнечные. Все как положено. Все это уходит на чердак. На чердаке стоит сам инвертор и аккумуляторы, которые тоже постепенно докупались. Так, вот моя система, значит, инвертор Сил на 4 киловатта, щиточек с двумя приборами ваттметрами и 4 аккумулятора 12 вольт по 100 ампер. Выход системы на аккумуляторы здесь 24-вольтовая. Поэтому 4 аккумулятора соединены последовательно и параллельно. Вот для них мы и будем создавать ящик. Передаю большой привет Мишане из Минеральных Вод. Я с ним постоянно консультируюсь, когда у меня появляются какие-то вопросы по солнечной системе. Спасибо ему огромное. И это видео я делаю специально для его канала. Так, затарился. Итого получилось 8 брусков, угол перфорированный, 2 листа утеплителя, 4 колесика, банка с саморезами. И пеномонтажный. Итого около 3000 рублей. Вход пошли точные технологии и чертежи прям по месту. Кофеек с печеньями, иначе работа не пойдет. Того нижний лист должен быть 55 на 86 сантиметров. Итого получилось 6 деталей. Вверх-вниз, 2 боковые длинные стенки, 2 боковые короткие стенки. Дно с 4 стенками. А внутри нет брусков, чтобы больше утеплителя встало. А вот такой 5-сантиметровый утеплитель будет внутри. Собрали ящик,
утеплитель приклеили к стенкам на пену монтажную. Эту детальку вот в распор поставили, пока пена сохнет. Вот таким вот уголком для штукатурки металлическим 30 на 30 миллиметров я обрамлю углы. На дне ящика будут стоять вот такие колесики. Электрический подогрев от электрического пола. Решили прикрепить на армированный скотч. Размер 0,5 м на 1 м. Мощность 110 ватт. Работает от 220 вольт. На этом ящике сбоку будут две вот такие коробочки одинаковые. Я вот одну купил, сейчас еще надо. В одной будет 4 вольтметра врезано, а в другом будет вот этот прибор терморегулятор врезан. То есть вот здесь будет сбоку две коробочки на ящике закреплены. Вот такая замечательная коробочка с приборами получилась. В одну коробку врезал 4 вольтметра. Пришлось докупить еще одну коробку, чтобы врезать пульт управления нагреванием и несколько проводов. Сейчас буду собирать электрическую часть. Пока ворочил туда-сюда вольтметры, пробовал их, прикреплял. Отломал проводочки исходящие, поэтому сейчас прям сразу толстенькие хорошие припаяю, напрямую пойдут на клеммы аккумуляторов. Вольтметры установил, провода подключил к аккумуляторам, надо их немножко зарядить. Так, теперь задача вот с этого 220 раскоммутироваться в контроллер и подать питание на тены. Сейчас буду опрессовывать провода, подсоединять. Так, вот включили уставку, будет с 15 до 18 градусов диапазон, сейчас он видит 11, и вот аут включился, то есть питание на тены пошло, тепленький градусник там уже намерил, температура увеличивается, уже 12 градусов там где-то, тепленький. Градусник лежит вон там на дне между аккумуляторами. Все работает, теперь надо аккуратно уложить провода и крышку с пенопластом сделать. Надо еще две дырки просверлить, чтобы плюс-минус от инвертора завести. Так, вольтметры и нагреватель смонтированы. Теперь следующая задача, нужно будет тут же рядом с ними установить балансир
вот сюда и подсоединить к аккумуляторам. И потом можно будет закрывать крышку. Вот система нагрева работает, уставка 17, включен выход, вот огонек красно горит, сейчас дойдет, вот отключилась, дошел до уставки, сейчас упадет на 2 градуса, опять включится. Он продолжает расти. На этом все, ящик готов. Свои вопросы и комментарии пишите в комментариях. На вопросы ответит Миша, ну или я. До свидания.